что много лет назад дедушка, у дедушки пал за Сталинград. Он служил в пехоте, был простой солдат, не имел особенных боевых наград. Но в минуту страшную враг, когда напал, он за нашу родину жизнь дал. Даже фотографии нет ни одной. Там у меня прапрадедушка в форме боевой. А героям славным детям расскажу. Имя прапрадедушки с гордостью ношу.